Many people, religions, temples, languages, traditions. Religion is not part of the life of India. It is her very life, her essence. In addition to the daily invocation of the gods and the performance of rituals, every Hindu must also make pilgrimages to sacred places. Such sacred places in India are called Tirtha, which means a bridge between heaven and earth, on which a person feels close to heaven and receives blessed energy. Most of the Пойдемте. Видишь, хвостом недовольно машет. Сказка Сато. Давно-давно, когда животные могли разговаривать так же, как и люди, жила-была обезьяна. Однажды утром отправилась эта обезьяна поискать себе что-нибудь поесть. Пришла она к холму, подняла камень, лежавший на солнцепеке, а там черви, скорпионы, жуки. Вдоволь полакомилась обезьяна и пошла дальше. Идет она, идет, и вдруг видит, на дороге еще один камень лежит, а под ним огромный питон. Еле живой. Стал питон просить обезьяну: «А дитя моего отца, отверни этот камень, чтобы я мог выползти. Помоги мне!» Обезьяна приподняла камень и освободила питона. Не успел он выползти из-под камня, как схватил обезьяну и хотел уж ее проглотить. Закричала обезьяна, стала просить питона помиловать ее, но питон и слушать ничего не желал. А в это время случилось зайцу проходить мимо. Вот несчастная обезьяна и обратилась за помощью к нему, прося рассудить их с питоном. Рассказали питон и обезьяна, как все случилось, а заяц, подумав, ответил: «Ничего не понимаю. Питон, ложись под камень, как это было, когда обезьяна увидела тебя, чтобы я своими глазами мог увидеть, как все было на самом деле». Как сказал заяц, так и сделали. Питон лег, а обезьяна навалила на него огромный плоский камень. И говорит тогда заяц обезьяне: «А теперь, сестра моя, беги прочь». И они убежали оба, оставив питона лежать под камнем. Но рядом проходила красивая девушка. Эта девушка не испугалась питона и помогла выбраться белому питону из-за подни. Они стали хорошими друзьями и всюду были вместе.
Однажды девушка решилась поцеловать своего любимца белого питона. И как только девушка это сделала, белый питон превратился в белокурого красавца. Что за змея, девушка?